Hello, Насенька, как всегда, Винтер, и сегодня покажу вам абсолютно все кодики в Jailbreak. Ну что ж, погнали! Для того, чтобы ввести данные кодики, вы должны либо же стать за полицейского, и у вас тут на любой базе, кроме военной, если я не ошибаюсь, будет вот такая вот штучка с кодами, либо же, если вы, собственно, преступник, то просто идете в банк, и там тоже будет данная машина, не знаю, банковская, в которой вы сможете вводить эти коды. Что ж, ребята, давайте начинать вводить кодики. Первый кодик, ребята, это у нас тест. Он так и называется, конечно, я его уже вводил, поэтому сейчас мы не сможем посмотреть, сколько нам за него дают. Но, в общем-то, нам дают, если я не ошибаюсь, 2500 кэша. Вы его вводите, ребята, и мы переступаем к следующему коду. Что ж, дальше у нас кодик Expert Reader. Мы его вводим, он какой-то чел просит, чтобы я его пустил. Что ж, ребята, мы вводим дальше Expert Reader. Мы нажимаем Redeem. В принципе, нам сейчас должны дать 5000, но нам не дают, потому что я вводил все эти коды. Ну да ладно, вводим дальше, ребята. Firefighter нам за него тоже дают, вроде бы, если я не ошибаюсь, 2500. Так вот, вводим Firefighter. Вот так вот, все, ввели, отлично. Дальше, ребята, вводим код MovieMint, который должен давать нам 6500 кэша. Мы его тоже ввели, он нам тоже его должен дать. В принципе, вам он должен дать, мне не должен, потому что я его уже вводил. Ладно, вводим дальше. Вводим дальше, этот кодик Disco дает нам 7000, в принципе. Мы его ввели, вводим дальше. Этот кодик называется We Will Take Over, если я не ошибаюсь, за него нам должны дать текстуру на машину, которая выглядит довольно-таки прикольно. Ладно, давайте вводить дальше. Этот кодик у нас называется Sick Day, мы его тоже ввели, нам за него должны дать 8000, вводим дальше. Вводим этот кодик Jailbreak 2 Years, он нам дает аж целых, ребята, 8500 кэша, мы его тоже ввели, значит, вводим дальше. Код называется Sky High, должен давать нам 5000 кэша. Он нам их дал, значит, мы вводим опять же дальше. Этот код называется у нас Jailbreak HD, мы его тоже вводим, я не помню уже, что за него, к сожалению, дают. Ну ладно, давайте смотреть дальше. Следующий код у нас это Discord, за него мы получаем 2000 кэша, все, мы их получили, значит, вводим дальше опять-таки. Этот кодик у нас называется Facebook 1000, он должен нам давать 7500 кэша, ну, насколько я знаю, потому что, когда я его вводил, то там давали 7500 кэша. Ладно, давайте вводить дальше. Этот код называется Rage for the Sky. Мы его тоже вводим, я уже не помню, сколько за него... Господи, уберите, уберись, бинокль, я... Что за баг, когда я убираю из рук бинокль, то у меня появляется вот такая дичь. Я не знаю. В любом случае, мы вводим кодики дальше. Это Super Reader. Да, он нам дает 5000 кэша. И, собственно, мы их получаем. Кстати, ребят, я думаю, вы сможете получить около 100 тысяч за все эти кодики. Так что, думаю, довольно-таки достойно их всех ввести. Ладно, давайте смотреть дальше. Что там следующий за кодик у нас? Ну, а следующий кодик у нас, ребята, это 3 Billion Party. Мы его тоже вводим. Нам за него должны дать специальные шины, которые у меня уже тоже есть. Поэтому мы вводим дальше. Это кодик Leaves, который дает нам 5000 кэша. Мы его тоже вводим, ребята, и смотрим дальше. Этот кодик я еще вроде бы не вводил. Называется он Mini Mustang. Ну, нет, все-таки я его тоже, значит, вводил. Я уже забыла, если честно, вводил я его или нет. Но, в общем-то, вот такие вот у нас все кодики, ребята, были. И надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Пока. С вами, как всегда, я, Винтер.